Чувак, зрители, я так готов. Сегодня мы будем с вами играть в Dying Light The Following. Это дополнение, которое выйдет скоро для Dying Light. И разработчики обратились ко мне, сказали, что вот, даем тебе превью-версию, которую ты можешь играть ровно 2 часа. Поэтому я не буду играть в нее 2 часа, скажу вам честно, потому что здесь еще не работает онлайн. И как только выйдет официально это дополнение, то я запишу его со своти, и я думаю, что мы вместе поиграем, может быть, даже пройдем до конца на канале. Поэтому, ну, смотря насколько это будет интересно. Я не думаю, что я буду играть сейчас много, а просто решил, что раз уж мне дали такую эксклюзивную возможность, ну, относительно эксклюзивную, то я решил, что я запишу и посмотрим, как пойдет, насколько это будет интересно. Ох, тут цитаты из фильма Франкенштейна. Но нет, 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 не делай этого, не делай этого. Не заставляй меня. Вау, что? Что происходит здесь? Почему игра такая громкая? Я же вроде менял, чтобы не так громко было. Некоторые люди не превращаются в зомби, даже если их укусили. У него была эта карта, когда мы его привели. Это выглядит как... Да, это выглядит как... Мы можем убежать отсюда. Мы должны исследовать любые возможности. Мы больше не можем ждать. Короче, мы сбежим из города. И будем исследовать. Держись подальше, держись подальше. Ты не понимаешь, мать! Мать! И он умер. Мать, мать. Окей. Ну это достаточно занимательное начало. Блин, ну я не играю с геймпадом, извините, ребят. Я попробую поиграть все-таки на мышке с клавиатуры. Музыка какая-то новая, я так понимаю, они добавили. Более загадочная, таинственная. Немного мысофектовский такой. И немного, кстати, в стиле, наверное, 28 дней спустя. И... Что, мы уже сбежали? Просто резко. О. Вроде у меня другое оружие было. Да, я в последний раз играл. У меня было явно оружие помощнее. У меня было там 700 урона. Здесь что-то совсем фигня. Что-то мне подставили, 18 уровень. Я очень сильно прокачался за время своей игры. До этого. Вспоминаем управление. Не знаю почему, но вот мне почему-то кажется, что Dying Light, он чувствуется лучше, чем последний Far Cry, который был Far Cry 4. А новый Far Cry так и вовсе вызывает у меня одни вопросы. Хотя вот это немного попахивает новым Far Cry. Пытаемся найти выход. Ой, мы его нашли. Как все было просто. Почему мы не сбежали до этого? Могли сбежать все это время. Лина, do you copy? Вы меня копируете, он спрашивает. То есть вы меня слышите? Чувак говорил правду. Есть выход. Он умер сегодня. Теперь ты сам по себе. Как мне отсюда выбраться-то? Лина? Лина? Чё за фигня? Окей, я нашел космическое оборудование. Поехали. А, все-таки я смог запрыгнуть, а до этого что, катсцена была? Ух ты, ёпта. Чувак! Слишком паркур был, слишком паркур. И он, главное, я специально нажал С, чтобы он мягче приземлился. И он прокатился на жопе и пролетел в пропасть. Ох, ох, приятель. Учиться и учиться тебе еще. Учиться тебе и еще учиться паркуру. Вау! Ох, это был близко. Нужно пока продолжать здесь так идти.
Я сам по себе. Я сам по себе. Скалолазанием тут по полной программе дают заняться. Так. Давай, Крейн, ты не будешь пытаться умереть. Горят, не руби сук, на котором сидишь, я такой. А. Я могу же отсюда прыгнуть? Мне кажется, я могу. Вроде другого спуска нормального нет, но... На камне. Окей. О, трупики. Трупик, расскажи, что тебе поведали рыбы? Живой, что ли, трупик? Ты зомби? То есть, я понимаю, что ты зомби, но насколько ты живой зомби? Графическая игра, конечно, замечательно выглядит. Я не знаю, они тут чудеса оптимизации, мне кажется, сделали, что вроде столько всего, освещение такое прокачанное, и оно всегда как-то работает стабильно. Так. Поляки умеют делать движки. Ну, конечно, Ведьмак, он, может, не супер оптимизирован, но учитывая, сколько там всего. Кто не знал, то эту игру тоже разрабатывали люди из Польши. Так, ну, мы, наверное, должны что-то найти. Найти тот, кто знает больше о сухах. Ну, мы, может, найдем машину сразу же. Блин, а как пить ногой? Окей, отлично. Меня бьет. Я так умру. Нет, нет, нет. Сосед. Придурки. Что мы почти дошли до точки нужной. What do you want? I need to talk to someone in charge. I'm from Haran. Я хочу говорить с кем-то у вас тут главный. Ты работаешь на этого чувака? Нет, я не знаю. Мне нужна просто помощь. Спроси Джасира. Но знай это. Если ты что-то украдешь, ты потеряешь руку. Очень испугал ты меня. Или что-нибудь тебя украсть? Я наоборот, я не думал о том, что воровать что-то у тебя, но как только ты сказал, мне теперь хочется попытаться что-то воровать. Ребята, кто из Джасир? Ты Джасир? Я не знаю ничего. Скажи мне, где найти того, кто знает что-то. Ищи Джасира. Он внутри. Окей, он в амбаре каком-то. Ему. Что за татуировка? Во-во-во-во-во, потише. Что? Меня не зарубил. Это же амбар, по идее, да? Ну, тут, смотрите, как раз таки ничего не дает. Как я буду вас воровать пытаться что-то, если вы даже не даете это сделать? Ты Джессер, нет, ты бурак. Тебе нужно что-то? То главное, мне нужна помощь. Сосите, я понял, что мне нужно поговорить с Джессером. Ты... Вот это Джессер? Ну! Конец разговора. Ох. Мне уже нравится эта тёлочка, я иду с ней, мне пофиг на ваш сюжет. How you doing? А? Excuse me. Not now, please. Вот она не хочет разговаривать. Дурак, что ты сделал? Ты ее расстроил. Знаешь, нам нужно размножаться в этом мире, наполненном зомби.
Не хочу отвлекать, но я ищу Джасира. Я ей Джасир, ты не видишь, что на мне было написано, что я Джасир? Мне не нужна еда. Я из Харана. Я пришел, потому что я слышал, что тут люди иммунны к вирусу. И кто же тебе это рассказал? Мертвый человек. К сожалению. Ты можешь продолжать слушать его. Я тебе больше не скажу, чем он. Почему никто не хочет мне помочь? Тут везде вирус, люди умирают. И все еще ты выжил, да? Возьми хлебушка, дружок. И возвращайся обратно. Тебе больше нечего здесь искать. Ах ты хер, маджовый. Ничего мне искать, значит. Может, я твой... Где твоя... Блин, где твоя дочь? Это же твоя дочь, я думаю. Эй! Она делась! The fuck, man? I told you to leave us. А это соси тогда. Она, наверное, захочет с нами поговорить, да? Скрипты, скрипты? А, нет. Жалко. Lena, this is Crane. Do you copy? Слышите меня? Лена! Damn, I'm gonna fucking wasteland. Он в жопе поводу там. Hey, yeah, you. Эй, ты, давай сюда, иди. Come on, come иди, подойди поближе, я не укушу. Я не как эти остальные придурки. Я говорю о тебе. Ты не один из них? Почему они не пытаются тебя отсюда согнать? Потому что я продаю больше, чем хлеб. Меня зовут Кан. А меня зовут Кайл Крейн. Ты из Харана, да? Ты понимаешь, что продавал чувака, который потерял глаз? Я не знаю, про кого он вообще ведет речь. Снейк. Снейк, он не справился. Но очень жаль. Но я не могу сказать, что я удивлен. Люди вроде как иммунны здесь от вируса, это правда? Но я, если честно, не помню, чтобы кто-то превращался. Даже никто из культа? Кто? Well, they're goddamn serious these days. Ever since the outbreak, they scribble symbols everywhere. Тут теперь везде различные символы, различные ритуалы. Возможно, тут кто-то даже молится этой фигней. Если они не превращаются, у них что-то есть, слушай. Я не особо в курсе. Просто давай поторгуемся. Ты и я. Что-нибудь решил купить, друг? Фрикс. Уроды. Что у тебя за партнерство, Номи? Ну, давай делиться информацией. Я могу показать что-то, что тебе поможет. Ты хочешь достать машину здесь? Где я ее найду? Посмотри там, здесь. Эй. И давай не болтай об этом слишком сильно. Ну, как скажешь. Я не буду болтать. Я хотел найти тёлочку. Куда тёлочку делась? Пошли эти игры. Оказывает тёлочку, потом отбирает её тебя сразу же. А что друг делает? Отсоси. Хотите, чтобы я ушел, я уйду. Возможно, это не была лучшая идея. Окей, ну это весело. О! Опс, я так умру здесь. У меня даже ФПСы стали проседать. Сэмбо, как тут вообще лечиться? Он сам лечится или что? Или мне нужно как-то себя перевязать? Молодец. Я понял, что мне нужно найти оружие, но... как мне себя полечить? Это чувак внутри. Sounds like we're off to a good start. Don't be a drama queen. You can handle him. Listen,
I gotta deal with some customers. Just give me a sign once you got the car. Дайся освободить вашего друга. Это какой-то сюжетный чувак. Мне кажется, я менял управление, когда играл сам. До этого. Потому что я бы точно не поставил на эту кнопку свое лечение. Какие-то вышки. Они раньше были? Что-то похожее. Ну хотя нельзя делать игру похожую на Far Cry без вышек, наверное. Это противники или это свои? Ладно, давайте. What the fuck? Чё у них игра залагала просто? Я нажал прыгнуть, она как, блин, все. Вылетаю. Я могу тут что-то найти. Ну тоже мне сложный взлом. Скажи, что внутри. Еще больше оружия. Еще у меня было. У меня был крюк замечательный, и почему-то они решили у меня его отнять. Это противники? Ох, ёпта. Да, это явно противники. Все трактористы, пожалуйста. Там еще кто-то гранаты какие-то кидает. У них же было тоже оружие какое-то. Мне нужны патроны, на самом деле. Сюда автомат, скотина. Во-во-во-во. Ёпта. Меня просто застрелили там. Как все неудобно. Я забыл, насколько все неудобно, когда у тебя ничего не настроено. Все это так... Awkward, it's fuck, просто. Окей, меня зареспавнили без оружия. Правда, там вроде почти все мертвы. Эй, ну чё там уже в укрытие какие-то садитесь? У меня нету патронов. Я могу разве что кидать вот сюрикены. Правда, у меня еще есть гранаты. Где ты? Лови гранату, фашист. Вау, окей. Кто-нибудь еще хочет поймать гранату? Давайте кто-нибудь из вас отдаст мне автомат, наконец. Так, и как мне его поставить? Они же все одинаковыми патронами стреляют, все автоматы. Я надеюсь. А, вот. У меня есть крюк. Крюк — самая полезная фигня в игре. Вместо тут этой ерунды, например. Так, это тоже. Окей, ну что-то у меня хотя бы есть. Время веселиться, ублюдки. Меня зовут Человек-паук не просто так. Все? Наконец-то все переумирали. Эти ребята мне вообще не понравились. Если говорить вот по чесноку. Это чертеж нашел. Теперь можем свалить. Я не думаю, есть ли смысл ходить и все обыскивать. По идее, должен быть. Это ничего не показывает.
Но учитывая, что у нас так мало времени, я думаю, что я сейчас, наверное, не буду больше ничего искать. Окей, тут была катана, которая нифиг-то урона наносит. Это все. Что-то это не очень, да, я бы сказал. А теперь мы можем кататься на машине. Это чувствуется как Half-Life. У-ху-ху! Окей, ну это круто. Да-да-да, очень круто. Сразу видно, чего в игре не хватало. Окей. Как мне объехать все это дерьмо? Кажется, я уже что-то сломал в процессе. Мне что-то мигает красным. У меня нету GPS, чтобы сказать, как я должен ехать. Я могу достать автомат и стрелять? О, у меня и топливо еще есть. Только сейчас заметил, что у меня есть топливо, среди прочего. У меня такое ощущение, как будто я реально настоящую гонку играю. Такой уровень погружения. Здесь эта камера двигается. Где мне топливо достать? Из машины можно вытаскивать как-то? Я понял, что можно искать... А, компоненты можно найти. Бочку притащить как-нибудь. Навалить надо. И чинить свою машину. Reset position drive. Upgrade vehicle. Мы прям на ходу можем ее апгрейдить. Окей, холд. У меня ничего же нету, да, чтобы что-то проапгрейдить, кстати. А, будем надеяться, что доедем хотя бы на этом куске металлолома. Челлендж. Мне не нужны челленджи, я просто хочу выжить и доехать. Но по сравнению с тем, как машины чувствовались в Dead Island, здесь машина чувствуется куда лучше, так скажу. Ну, задницу. Я топливо так быстрее не трачу. Через зомби так быстро не проедешь. Ребят, я достал машину, если вы не заметили. Что такое? Не так воду собирает? Если вы ее собираете, то это она какая-то грязная. Ой. Ой. King for Khan? Да, я ищу Кана. Он пропал. Похоже, они наконец-то сказали ему уйти. Что, под дулом пистолета? И кто они такие? Они... Они наконец-то сделали то, что хотел сделать мой отец. Ты не ответил на мой вопрос. Конечно, я не ответила. Ты здесь по той же причине, что и он. Почему бандиты нас не оставляют в покое? И мы должны тебе доверять. Про что ты вообще говоришь, дура? Ты должен убедить меня, я не пофиг. Покажи мне, что ты можешь давать, а не только забирать. И меня зовут Эсги. Меня зовут Кайл Крейн. Ты можешь сказать мне, чуть-чуть тебе вообще надо? Ну, я думаю, что ты можешь помочь. Просто помни. Ты должен будешь отдать должок потом. Понятно. У нас с водой что-то случилось. Я думаю, могу что-то сделать. Да. Но там бандиты. Несколько человек хотели помочь, но никто не вернулся. Поэтому я не рекомендую, но если ты просто не хочешь умереть, а если ты хочешь, то следуй за трубой. Окей.
Только если ты так же попробуешь умереть, как и прошлое, то я буду недоволен в тебе. Я буду очень недоволен. Ладно, пойдем. Что мне теперь... Нет, то есть я думал, что кто-то меня научит заниматься машиной, там, различные части мне даст для начала. Нет, нифига никто ничего не даст. Поехали. Мне кажется, лучше держаться дороги, учитывая, что по полям, на полях куча зомби, и при этом ты не можешь от них быстро уехать. Но, блин, машина чувствуется замечательно. Если бы еще реально в кофе можно было уже играть, чтобы второй игрок сидел там и из автомата стрелял, это было бы замечательно. Их же не могут раздавать мою машину, они же не понимают, что это хорошая машина. Давай поболтаем. Но не задался у меня разговор. Сюрприз. Непробиваемый какой. Ты меня не докинешь. Я почему-то тебя тоже достреляться не могу через эти. Они бочки? С автоматом уже становится легче. Правда, у меня две пули у него осталось. Это, видимо, недолго моя жизнь станет проще. Привет. Ох ты хер! Ах ты хер! Ах ты хер! У него тоже был автомат. И всех этих людей был автомат у последнего. Что за... Нет, да, ни у кого нет автомата. Тут неожиданно... Блин. У последнего... Чё меня тут заспавнили? Ау, да ладно вам, вы же дружелюбные зомби. Тут соси, пожалуйста. Так, топор. Да ты задолбал, честно. Топор. Наконец-то топливо добыл такое. Отстаньте, пожалуйста. Окей. Неожиданно Стэнли Кубрик посетил нашу игру. Он такой, вау, труба. Какая артистичная труба. Ай, щет. Пожалуйста, перестаньте стрелять по мне. Мне и так хорошо. Дай сюда автомат, собака. Спасибо. У меня птичек много, мне не жалко. Кто сказал, что он меня гачит? Чё ты не гачишь? Окей, одной пули хватило, он просто со стороны анимации умирал. Так, метательные наши. Можем молотовый. А, я забыл, что я могу быть человеком-пауком. Блин. Я перелетел как-то слишком сильно. Я такое чувство, что они стреляют из автомата, как из настоящего автомата, а я по одной пульке каждый раз. Что мне теперь нужно делать? Обыскать? Найти, кто кричал. Я не слышу, что кто-то кричал. Потом станет наша база, потому что мы сможем здесь одежду поменять. Соси, ёпта. Страшно же так. Пугают люди. А, ты вот это поймай. Хер маршрут. Это было больно, какой хер ты не умер? Серьезно, какого фига ты не умираешь? А молотов? Куда я иду? Да не твое дело, куда я иду. Ты умрешь или нет? Наконец-то. Кажется, я, конечно, был немного оверкилл, но он не хотел умирать совсем.
стороны, что это дерьмо. Кто там кричал? Джазир sent me. Джазир меня послал. А Джазир меня послал. Я один, кто остался. Меня зовут Али. Они меня кинули к этому монстру. Это же как-то должно работать все это. Я хочу накачать воды. Накача... Вау, УЗИ. Это что-то новое. Да был УЗИ. Мне кажется, я не помню, чтобы УЗИ раньше было. Было ли раньше УЗИ в этой игре? Включай дерьмо свое. Через несколько минут будет снова вода. XL! Есть вода? Что не работает? Что-то ты засрал, нам нужна изолента. А что, сейчас взорвемся, что ли? Я понял, мы в полной шоке. Что делать-то? Куда торопиться? Осталось 3 минуты. Так, эти двери не открываются. Ой, блин, моя машина в заднице. Я бы припарковал ее получше, если бы я знал, что мне придется мне же заехать. Оп! Вин Дизель! Когда ты ускоряешься, нужно кричать Вин Дизель! Окей, ладно, продолжим ехать на этом прямой-то. Она что, взрывается? Эта труба? Искать меня. Иисус Христос. Но это динамично, конечно. Почему ее прорывает прямо рядом со мной? Я так не успею. Я должен ее опередить, и она опережает меня. Так. У нас, конечно, время кончается, но... Что мне делать здесь нужно? Черт. Ну серьезно? Давайте устроим лабиринт здесь, да? Вау. 6 секунд осталось. Писец. Ладно, мне пофиг, если честно. Это было достаточно весело. Пуст. Али, I got it. Али, я справился. Танцуй как слон, жаль как носорог. Ну да, Али, понял меня. Только что спас все наши жопы, естественно. Это то, что я делаю. Ты ничего, так он сказал мне. Он заценил мою попу, как я убегал. Ладно, вернемся к телочке и закончим на этом нашу серию. Приключенческую. И мне нравится, как камера работает в машине. Ты прям чувствуешь себя за рулем. Очень мало игр по-нормальному это делают. Тут Far Cry... Кстати, было сделано достаточно интересно, но все равно как-то странно. А здесь вот уровень погружения, он каким-то образом даже лучше. Ты прямо чувствуешь, ты едешь.
Только чувство, что это гараж, все равно каким-то образом, хотя вроде и как и нет. Я такой выхожу, да-да-да-да-да, изузи все. Да-да-да-да, Америка. Спасибо, Кайл. Возможно, один чувак может справиться со всем. Что... Я не люблю, когда задиры приходят и воду отбирают. Спасибо, чувак, ты был моим отцом. Теперь поговори с моим отцом. Спасибо, Эски. Спасибо тебе. Так ты дашь мне что-нибудь или нет? Я не пойму. А, нет, нет, не пойдем. Кофе, нет, не хочешь кофе попить? Нет, нет, нет. Воду как раз отдал. Ты как аутист смотришь на меня. Ну чё, кто ширяется, похоже. Как твои дела? А ты как твои дела? Ладно, на этом мы закончим эту серию. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если она вам понравилась, не забывайте подписываться на этот канал и вернитесь сюда, когда выйдет официально. Это дополнение, обновление, не знаю, как его назвать. Потому что, скорее всего, мы будем играть его, проходить со Своти. Ну, знаете, выглядит интересно. Я думаю, что вполне вероятно, что мы пройдем его до конца. Поэтому, да, на этом конец этой серии. Если вам понравилось, не забывайте подписываться на этот канал, если тут впервые, оставлять комментарии, ставить палец вверх, а также любимый канал друзьям, потому что я всегда рад вам, подписчикам. Конечно, на этом все. Пока. Ябдя-бдя. Уйдем в следующей серии. Пока. Я тоже могу в ужах прыгать. У нас есть вода.